Привет, привет, мои дорогие. Представляете, я иду с работы домой. Ничего не оповещала беды. Как бац, в почтовом ящике мне идет оповещение, что мне сама мама прислала презент. Ой, я даже снять ничего не успела, как я бегом бежала на почту. Представляете, да? Да у меня еще сумка тяжелая, в общем, я же с работы. Спать хочу, но бегу, волосы назад, коса развивается. В общем, приперлась домой, ну, и принесла посылку. И сейчас мы с вами ее, естественно, распакуем. Ну, я чуть-чуть, конечно, подглядела. Ребят, вот я тут уже ее открыла. Как вас тут сделать, давайте, чтобы меня было видно. Ведь все как запаковано. Ой, все уложено. Ох, сколько всякой вкуснятины. Ой, для чего это? Давайте смотреть. Ой, сладкий крекер с кунжутом. Две пачки, представляете, две пачки. Давайте. Ух ты. Это, наверное, чтобы я училась готовить, как она готовила. Лучше, чем она. Ой, чтоб мои блюда были как цимус. Еще. Что тут есть? О! Овощи, наверное, своего огорода. Она мне шлет витамины. Естественно. Это будет моим теперь овощем. Ирена, ты представляешь, что мне прислали? Мне тоже прислали овощ. Теперь я на стримах тебе буду показывать. Овощ от мамы. О, а ты будешь в ауте, не одна я. Ой, ребята, что творится-то? Что там еще есть? Давайте я закрытыми глазами за что схвачусь. О, блин, я теперь буду счастливая. Как бы вам показать-то? Улиткина слюнка. Это масочки. Наверное, чтоб я не забывала быть красивой. А тут последнее время на самом деле только мама О заботится о своем лице. А мне все некогда. Ой, блин, классно. Да смотрите, сколько много, ребят. Вышли. И если что, поделюсь обязательно. Пишите письма, я высылаю тоже так, тогда. Поделюсь в руках мамы О. Ну, представляете, да? Давайте еще, давайте закрытыми глазами. Что к чему, не знаю прям. Ой, бутылка маслица. Льняного. Странно, очень странно. Вот это для чего, я не знаю. Ну, не знай. И что-то вообще пока ничего не вижу. Не для чего, что к чему. Очень интересно. Дальше. Закрывай опять глаза, закрывай. Майонез. Ой, ну это точно, чтобы сладкой была я фигурка сладкая, чтобы красавица была. Ой, чтобы и тут, и там. Ну, все понимаете, да, понимаете. Ой, не знаю, девчонки, не знаю, мальчишки, что там еще дальше. Закрываю. О, это мне на диету. Блин, я продолжаю Килькину диету, как и мама отличника. Ех ты! Класс! Ребятушки мои дорогие, я сажусь на Килькину диету. В последнее время моей зарплаты не хватает, а у Елены Павловны она вырвала, значит, 400 рублей от пенсии, чтобы мне прислать. Ой, вы не поверите, я счастливая. Давайте еще. Ех ты! О, я после Килькины я перехожу на шпротную диету, представляете? Ну все, какая ж я скоро буду. Ой, мои организмы будут красивыми. Ой, девчонки, мальчишки, завидуйте. Шпротная диета от мамы О продолжит свое существование в лице Наташи. Мамы Наташи или мамы Н. Мама О, маме Н. Ой, давайте, еще, что там? Ой, это, наверное, стринги. Ой, что тут такое, девчонки, мальчишки. Да, бирочка, вот бирочки есть, бирочка, видно, что новые. Ох, это лучше, чем памперс. Ох, спасибо большое, прям,
О, теперь я буду. Ну, давайте, как я там? О, давайте подпрыгну, подпрыгну, подпрыгну прям. Ой, ой, ребята, давайте. Классно, спасибо большое. Прям, наверное, мой размер. Они, наверное, вам великоваты после шпротной-то диеты. И теперь они мне. Я в восторге, спасибо большое. Ой, какие строчки. Видно, что куплены в дорогом магазине. Прям все отстрочено, прям строчечка к строчечке. Как вы любите. Как вы любите. Спасибо большое, дорогая. Ой, супер. Пупер, мое любимое слово, запатентованное только мной. Как. Ой, все, как любит она. Все, девчонки, смотрите, все. Ой, может, померяю немножко. Ну ладно, давайте. Ой, еще одни. Ой, я вообще королева. Король, ой, спасибо. Радости моей сегодня нет предела. Ой, и что там? Все, последний, еще. Ну, это салфетки, это чтобы не потеть, наверное. Или протирать свое лицо. Всегда быть в форме. И не только лицо. В каждой женской сумочке нужны салфетки. Спасибо большое, что напомнили. Я очень благодарна. Давайте еще. Что там еще? Слушайте, это, наверное, платье, покорившее интернет. Которое тоже, наверное, велико Елене Павловне. С биркой. Да посмотрите. Ой, фирму-то я показывать не буду. Ой, точно, платье, покорившее в интернет. Ой, девчонки, мальчишки. Ну, знаете, вот я не знаю, вдруг она его мерила. Ой, я не буду пока его одевать. Знаете, если вы захотите, я, естественно, потом, так как и стринги, ну, не стринги, ну, хорошие, причиндал от мамы. И платье я, наверное, сначала выстирю, а потом буду мерить. Но я думаю, что я в нем буду королева. Представляете, я буду сидеть на стриме в платье от мамы О. Что там еще? Что ж там еще? Давайте еще что при... Ох! Контейнер. И у меня будет все супер-пупер. Спасибо большое. Для губочек как раз. Ой, как мне надо. Еще. Ребята, еще само письмо от Елены. Мама О. Здравствуйте, Наташенька. То бишь, мама Наташа. От всей души посылаю вам небольшой презент. Думаю, что вы будете счастливы и рады. Здесь все, что нужно светской львице. Как я. Ну, то бишь, мама О. Килькину диету продолжайте. Но затем переходите на шпротную. Не забывайте накладывать масочки. И ваша кожа будет вечно молодой, как у меня. Еще много-много печенья. Будете сладкой женщиной, как я. Маслица для салата. И майонезик – это презент от Михалыча. За показ как Сережа, который он мне сделал своими ручками. Хотел еще кое-что прислать, но не смог оторвать от сердца. Никак не бросит пить. А также трусики новые. Они должны быть в гардеробе у каждой женщины. Потому что не всегда женщина сидит на диете. А тут раз, и вот ты стройна, хороша. Ах да, и платьице. Платье с барского плеча, которое я померила и поносила, чтобы оно зарядилось моей энергией. С уважением, мама О. И удачи. И продвижение вашему каналу. Да. И чтобы вы стали великой блогершей. Девочки, ура! Спасибо большое, Елена Павловна. Хорошо, что их трусики не с барского плеча, а новые. А за платье премного благодарна. Когда померю, постираю я его и померю. Спасибо, все счастливы. Мы очень счастливы, друзья. Спасибо большое. Вот так вот. Я очень счастлива. А вы... Всем-всем спасибо, с вами была мама Наташа, мой канал, который называется «Мама Наташа». Заходите в гости, подписывайтесь на мой канал и не забываем нажимать на колокольчик и ставить лайки.